Городской округ Люберцы посетила делегация из Хэншуя, провинции Хэбэй Китайской Народной Республики. Одной из частей официального визита стало совещание с представителями бизнеса и власти. За международной встречей наблюдала Луиза Егиазарян. В зале совещания сегодня два флага – российский и китайский. Сотрудничество между двумя странами становится все крепче. За этот год это уже второй визит делегации с Поднебесной в городской округ Люберцы. Мы рады вас приветствовать на территории нашего городского округа. Мы в январе делегацией нашей люберецкой были в провинции Гуанчжоу, также были в других городах. И у нас зародилась добрая, такая, надеемся, традиция, добрые отношения, связанные и между нашими органами государственной власти и, соответственно, с бизнесом. Давно мечтал побывать в России. Наконец-то мечта осуществилась, и я приехал именно в Люберцы. Наши города очень похожи. Очень много предприятий, которые в городе Хэншуй тоже присутствуют. И расположение нашего города относительно столицы такое же, как у Люберец. Неожиданно мы очень похожи. Два города как братья. Схожесть двух городов и в том, что оба являются крупными производственными кластерами в своих регионах. В Люберцах более 23 тысяч субъектов бизнеса, а Хэншуй – ведущий производитель стали и чугуна в Китае. В целях развития экономики, промышленности и торговых отношений между городскими округами было подписано соглашение о сотрудничестве. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.